Всем привет, гости, подписчики. Меня зовут Мария, вы на YouTube-канале «Из камней». Решила навести немного порядок в своих материалах. Очень много всего. Вот сатуар, разорванный с кулончиком. Красивые камни агата заказывала, еще лежат. Ничего с ними не сделала. Ставлю вот эти вот мелкие бусины, наверное. Очень красивые камни агата. Тут коричневый цвет, салатовый, зеленый. И вот такой тоже агат. Сделаю комплект, наверное, из него. Или, может быть, сатуар длинный. Сатуары, их что-то я мало делаю. Наверное, будет сатуар с каким-нибудь кулончиком. А может быть, только из таких камней чем-то разбавлю какими-то проставочными бусинами. Вот если интересно, смотрите, что получится в конце. Стала подбирать камни вот к этим агатам. Посмотрела палитру цветов, как. Какой цвет еще подходит вот, к красному, к белому в Яндексе палитра цветов, красный, белый набрала, и там еще серый присутствовал. Вот нашла вот такие бусы через узелок. Вот такие два у меня было камня. Они пойдут кулонами. И вот такие еще тоже давно висят в магазине. Ну что, из них тоже сейчас получится что-то. Наверное, будет несколько украшений, несколько сатуаров. Вот первое украшение. Я говорила, что буду собирать сатуары, но первое решила собрать вот это колье. Был у меня кулон с серым агатом. Бразильский агат его называют. И выбрала самые крупные бусины из тех бус через узелок, которые были собраны. Крупные вот здесь бусины у меня, а мелкие вот тут, у завершения колье. Очень красивый кулон с марказитами. Идеально подошел по цвету к этому колье. Собрала на мемори проволоке. Грани красиво переливаются. В конце ролика я покажу все на себе. Еще был один кулон, смотрите, какой тоже украшен марказитами из черного агата. Тут просматриваются полосы агата. Я решила тоже на мемори проволоке собрать колье. Вот такое яркое для уверенной в себе женщины. Сюда подойдет и черное платье, и платье цвета фуксия, коричневое платье. Терракотовое какое-то. Вот такое колье тоже на мемори проволоке. Собрала его я довольно длинное, поэтому можно укоротить. Не измеряла еще. Как раз когда смонтирую видео, наверное, будут выложены все эти украшения в магазине. И будут и размеры, и цены указаны. Сидела, собирала первое, второе колье. Думала, я же говорила, что буду собирать сатуары. Что же я сижу и собираю? Но мне очень понравилось, как получилось. Сейчас покажу еще одно украшение. Так как мне нужно было использовать те материалы, которые я показала, то есть были определенные рамки, вот эти бусины. Хотела сначала готовый кулон сюда вставить, но думаю, надо что-то... Надо использовать вот эти бусины. Был у меня вот такой... Не коннектор, коннектор, да. Добавила я сюда на пинах эти крупные камни агата. И вот такой красивый сердолик у меня такими бочонками неправильной формы. Вот здесь тоже сердолик. Очень красивое колье получилось в таком винтажном стиле. Винтаж, говорят, это не стиль. Но часто мы используем выражение «винтажный стиль». Вот эти камни, они с огранкой. И при движении такие переливы, игру света мы наблюдаем. А вот и сатуар. Один все-таки я собрала. Он объемный, массивный, с крупным кулоном. Смотрите, какой кулон. На половину моей ладони, чуть меньше половины ладони. С очень красивым рисунком. Это натуральный агат. Не прессованный, не тонированный, черный, черные крупные бусины вы видите здесь, это тоже агат.
Здесь нет ни жемчуга, ни деревянных бусин, ни янтаря, что могло бы облегчить украшение. Поэтому оно получилось довольно тяжелым. Это сатуар-трансформер. Кулон можно отстегнуть. Вот здесь вы видите замочки. Они легко отстегиваются, кулон убирается, и мы можем носить его уже без кулона. И вот помните кучку на бумаге? Там был разорванный сатуар из аметиста. Опять же, если бы вам не показало, не стала бы его собирать, он мне дался сложнее всего. Никак не шла идея никакая в голову. Начала перебирать уже, искать какие-то материалы, но нужно было использовать этот кулон, аметисты, которые там были. Вот эти аметисты там использовались в том сатуаре, вот этот кулон. У меня был браслет вот из таких бусин, это форма кукурузы называется, это жемчуг натуральный. Я его покупала в 2010 году, когда первый раз поехала за границу, во Вьетнам. Там я купила колье. Вернее, бусы и браслет вот из такого жемчуга. Жемчуг очень качественный. И очень красивый блеск, насыщенный темный цвет имеет. Я решила использовать этот жемчуг в данном колье. Также заказывала сравнительно недавно такие кристаллы кварца. Они с напылением и имеют такой блеск, как раз бензиновый отлив его называют, и под цвет аметиста очень подходит. Он серый с бензиновым отливом. То есть здесь у нас мы видим фурнитуру под серебром, аметист, кулон из аметиста, натуральный жемчуг, который выращен в прибрежных зонах Южно-Китайского моря. И далее я использовала вот эти бусины агата. Тоже они пошли в дело. Вспоминаем те бусы через узелок с крупными бусинами и вот такими. Это 8 миллиметров получается. Получилось самое, на мой взгляд, великолепное колье, асимметричное. Мне понравились все украшения, которые получились. Сейчас я вам покажу все на себе. Вот еще раз все украшения. Слева направо серое колье из бразильского агата, дымчатого агата с кулоном в оправе, украшенный марказитами. Это колье с жемчугом, с аметистами и кристаллами кварца с бензиновым отливом на мемори проволоке. Здесь мы видим сатуар с крупным кулоном натурального агата. И
вот с таким кулоном. Кулон со вставкой из черного агата. И остальные камни тоже агат африканский, черный. Ну и, собственно, все. И здесь мы видим агат и сердолик. В одном из последних видео я показывала украшения, но не называла цены. Сказали, что все-таки цены называть нужно. Вот, называю цены. Данное украшение из серого агата стоит 3200. Это украшение из аметиста 4300. Сатуар и колье из агата вот в таких тонах 3500. И сатуар, и колье 3500. И вот это украшение тоже 3500 стоит. Вот и все на сегодня. Я переделкой довольна. Получилось у меня довольно быстро, только вот с этим украшением пришлось повозиться, потому что оно необычное. Разные материалы разного размера. Жемчуг, аметист и агат. Нужно было их как-то все вместе укомплектовать. Если вам понравились украшения, оставляйте заказы на сайте или пишите мне на WhatsApp. Я проживаю в Подмосковье и отправляю свои работы по всему миру. По России, почте России, курьерской службы СДЭК, а за границу тоже почтой вам придет ваша посылка на отделение почтовое вашей местной государственной службы. Спасибо вам за просмотр. Пишите, пожалуйста, комментарии под видео. Для меня это очень важно, поднимает рейтинг моих видео и моего канала. Спасибо вам за комментарии, за поддержку меня, моего творчества, за комплименты. Огромное спасибо я вам. Желаю всем здоровья, чтобы была возможность радовать себя мелочами и не только мелочами, чтобы каждый день у вас были поводы для улыбок, чтобы было хорошее настроение, чтобы у вас все было хорошо. Еще раз спасибо за просмотр. Вы были на YouTube-канале «Из камней». Я Мария. Всем пока!